В Великий Новгород прибыл главный телевизионный умник России Юрий Вяземский. Цель – лично понаблюдать, как в нашем регионе проходит заключительный этап отбора школьников-эрудитов для участия в легендарной программе «Умники и умницы». А накануне Юрий Вяземский пообщался со студентами НовГУ. Ученик Сократа. Так представил себя студентом Новгородского университета Юрий Вяземский и сразу предложил перейти к вопросам. Первые 10 минут ребята, казалось, потеряли дар речи. Зато потом желающим пообщаться с гостем пришлось даже ждать своей очереди. Если мы возьмем русского человека, основные черты, характер, можно ли отнести к этим чертам лень, как такую одну из ключевых? В каждом человеке есть такая потребность, как потребность в экономии силы. И в данном случае, вот если мы берем сказку Илья Муромца, то это простой человек, это такой common sense, что он был ленив. На самом деле он берег силы, он их накапливал, он их не тратил. Он 33 года ничего не делал для того, чтобы потом этой богатырской силищей налиться и врезать, понимаешь, вот и так змея в горы начал. Считает ли Юрий Вяземский себя успешным, есть ли двойники у президента? Возможность поговорить с известным человеком и профессором МГИМО выпадает редко, поэтому и вопросы от студентов были самые разные. Но все же больше ребят волновала тема самореализации, что вполне объяснимо. Здесь собрались молодые люди с активной жизненной позицией. Несомненно, их интересует, какие качества нужно в себе развивать, чтобы стать успешным человеком. Прежде всего, я бы посоветовал развивать те качества, которые имеются в наличии. Что сейчас человек начинает развивать те качества, которые в общем развивать. Не надо. Не надо, потому что это бывает невозможно. Потому что я, например, у меня был целый период в детстве, когда я хотел стать балетным артистом. Говорили на встрече и о телепроекте Юрия Вяземского «Умники и умницы». Он выходит на Первом канале уже 26 лет. Победители игры получают право на льготных условиях поступить в Московский государственный институт международных отношений. В 2010-м стать одной из умниц удалось новгородке Дарье Персиковой. Она тоже пришла на эту встречу, чтобы еще раз увидеться со своим кумиром и рассказать нынешним студентам о тех самых незабываемых часах, проведенных в Останкино. Самое главное, почему она программу учила, не только прорабатывать большой объем информации, как-то удержаться, справляться с неудачами, достойно принимать победы и поражения. Самое главное, это, конечно, друзья, которые там вела в этой гримерке останкинской, с которым до сих пор дружим. Все-таки, какой бы части страны, мира мы ни находились, вот это вот атмосфера, она никуда не делась. Умник это навсегда. Главный умник страны оказался человеком крайне общительным и ответил на все вопросы студентов. А до этого встретился со школьниками, участниками финального этапа Всероссийской олимпиады по русскому языку, которая в эти дни проходит в Великом Новгороде. Также Юрий Вяземский дал эксклюзивное интервью нашему телеканалу. Оно выйдет в эфир в ближайший понедельник в программе «Диалог». Вероника Лебедева, Савва Ушаков. Новости. Новгородское областное телевидение.